Ух ты, Джерри, это ты? Выглядишь просто невероятно. Тебя здорово украсили к китайскому Новому году. Ты будешь первой машиной парада. Парад начинается. Занимай свое место. Удачи тебе. Не едь так быстро, никто за тобой не успевает. Что случилось, Джерри? У тебя проблемы с двигателем? Берегись, Билли! У Джерри проблема с двигателем! О, нет! Я позову супергрузовика! Карл, помоги! Ты нам нужен! Джерри назначен ведущей машиной в параде, и он сломался! Все участвующие в параде не могут сдвинуться с места! Выручишь? Замечательно! В путь! Не смотри так недовольно, Билли. Супергрузовик приехал на помощь. Придется немного потерпеть. Ох, никто уже не может больше ждать. Только послушай, как они гудят. В кого ты трансформируешься, супергрузовик? Супер-автовоз! Ты собираешься забрать Джерри с парада, супергрузовик? Здорово! Джерри теперь на платформе! И теперь он такой же большой, как настоящий дракон! Давайте продолжим наш парад, друзья! Ой-ой, что такое, Джерри? Ты видишь что-то впереди и на дороге? Что это, супергрузовик? Упавший фонарный столб? О нет, это совсем нехорошо. Берегись! Фух, чуть не наехал. Что ты будешь делать, супергрузовик? Посмотри назад, они приближаются. Это может быть очень опасно. Хорошая идея. Постарайся столкнуть его с дороги. Он очень тяжелый. А у тебя нет нужного приспособления на бампере, чтобы отодвинуть его. Что будем делать? Все эти машины не успеют вовремя затормозить. Думай, думай, супергрузовик. Ну, конечно, СТ-3000. Чем ты воспользуешься, чтобы убрать столб с дороги? Скорее, супергрузовик! О, нет! Послушай, как они сигналят! Почему это Билли такой недовольный сегодня? Ты прав, просто Билли любит, чтобы все проходило гладко. Ура! У тебя получилось, супергрузовик! И как раз вовремя! Давай, дракон! Не останавливай парад! И мы снова вернулись к месту старта! Какой превосходный парад! Гляди, супергрузовик Билли наконец-то улыбается! Спасибо, что спас этот день, супергрузовик! Давайте все вместе поблагодарим супергрузовика! Хорошо, что твой гудок не сломался, Джерри! Счастливого китайского Нового года, друзья! До новых встреч! В
Вот это да! Как быстро едет Джерри! Какая необычная гонка! Только посмотрите на этих болельщиков! Джерри, очень некрасиво называть Бобби недотёпой. Берегись, Джерри! О, нет! Ой-ой, Джерри! Похоже, нам нужна помощь! Срочный вызов, Карл! Супергрузовик, вперед! Джерри и Бобби немного дальше, супергрузовик. Посмотри туда, в воде. Вода загрязняется от мусора. Что ты будешь делать, супергрузовик? Мусоровоз? Превосходная идея! Супергрузовик теперь позаботится обо всем Джерри. Замечательная идея, супергрузовик! Сработало! Видишь, Бобби, можно расслабиться. Супергрузовик уже здесь. В следующий раз будь внимателен, Джерри. Ты хочешь помочь, Джерри? Очень мило с твоей стороны, но, может быть, ты дашь супергрузовику сделать свое дело. Джерри! Супергрузовик, скорее! Держись, Джерри! Джерри, хватайся! Давай же, супергрузовик, воспользуйся СТ-3000! Что это? Еще одно дело успешно закрыто, супергрузовик. Все спасены. Посмотри-ка, Джерри, теперь ты катаешься на водных лыжах. Пока, ребята. До новых встреч.
Похоже, Кэрри здорово проводит время. Она ждет, когда приготовится мороженое в ее новой машине для его приготовления. Упс, похоже, что-то пошло не так. Кэрри, что-то случилось с твоей машиной для мороженого? Кэрри, я пытался тебя предупредить. Машина сломалась и вышла из-под контроля. Кэрри, нам нужна помощь. Привет, Карл. Сортируешь посылки на доставку? В кафе у Кэрри случилась беда, и нам нужна твоя помощь. Кэрри делала мороженое для праздника, но внезапно аппарат сошел с ума. И, похоже, машина окончательно сломалась. Супергрузовик уже здесь. Это хорошая новость. А плохая в том, что она устроила такой беспорядок повсюду. Мусоровоз. Эта трансформация будет идеальным решением для такой работы. Карл, как всегда, в хорошем настроении. Даже уборка может быть веселой. Что ж, было не так уж и сложно. Больше нигде не осталось пятен от мороженого, но машина все еще не работает. О, нет, она снова сошла с ума. Берегитесь! Гляди, супергрузовик. Этот болт, похоже, не на месте. Может быть, из-за него машина ведет себя так? Супергрузовик, что ты собираешься делать со всем этим? Итак, супергрузовик, нам нужно поставить этот болт на место. У нас есть только один шанс, что это поможет остановить машину. Да, сработало! Молодцы, друзья, теперь везде снова чисто. Что ж, думаю, вы заслужили мороженое за выполнение такого сложного задания. Какая вкуснятина! Да уж, безумный денек. Наслаждайтесь мороженым, ребята. До новых встреч! Thank you.
Привет, ребята! У вас небольшой перекус? Оу, вы ищете знакомые фигуры среди облаков? Как здорово! Ух ты! Эта ракета отлично знает, что делает! Смотрите-ка, малыш Рокки тоже здесь! Потрясающе! Оу! Берегись, Бен! Назад, малыши! Ой-ой-ой! Он так долго не продержится! Я, пожалуй, позову супергрузовика прямо сейчас! Карл! Бен в опасности! Он вот-вот упадет! Скорее! Оу, Бен скользит на разлитом соке. Тебе стоит поторопиться, супергрузовик. То, что нужно. Супер автовоз. Посторонитесь, ребята. Не волнуйся, Бен. Скорее, супер грузовик. О, нет! Это максимум высоты, на которую ты способен. Ты почти добрался. Давай же, супер грузовик, еще совсем немного. Бен! Не падай духом, супергрузовик! Фу, получилось! Молодчина, супергрузовик! Какое облегчение! Верно, малыши? О, вы хотите спуститься? А как вы сюда забрались? О, теперь понятно, это Пенни вам помогла. Но она полетела назад на работу. А платформа супергрузовика слишком короткая. Что же придумать, супергрузовик? Вижу по лицу, у тебя есть решение. Ого, огромный матрас! Ну-ка, малыши, теперь прыгайте. Да, послушайтесь Бена, малыши, это будет весело. Ты будешь первым, какой ты храбрый. Готов? 3, 2, 1. Ого, это действительно весело, правда? Кто следующий? Ох, я не ожидал. Что ж, превосходная работа, супергрузовик. Да, похоже, малышам это понравилось. Ты снова всех спас, Карл. До новых встреч, друзья. Hey kids, thanks for watching. If you like Super Truck, click here to subscribe. For more adventures, click here.
See you on the road.